Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. И у нас закончился 32 сезон. Так, я в золотой лиге. И получаем, значит, значок и плюс пиньяту. Получить награды. Ну, давай посмотрим, что нам отсюда выпадет. Ага. 4 пака. Это меня радует, на самом деле. Так, 2, 4, 4 пака. Давай посмотрим, что нам выпадет отсюда. Так, необычные карты. Так, ну пока ничего новенького я не вижу. Все зомби эти у меня были. Так, вот это новенькое что-то. Этого не было у меня доселе. Так, мега редкая карта. Воу. 2. И все, что ли? Ну что так жизненько-то? Ну, я не согласен. Я не согласен. Ни одной леги мне не дали, а? Так, что же это за карта такая? Лепестоморфозы. Так, превращение в случайное растение. О, вытяните карту. Редкая, да? А вот это что за зомби у нас такой? При появлении. Так, зомби наносит бонусную атаку. А вот это хорошо, друзья мои. Сколько он стоит? 3 энергии, да? 2-2. Так, при получении урона наносит 1 единицу урона каждому растению из зомби. После уничтожения наносит 5 единиц урона растению-герою. Слушай, ну неплохо. Неплохо, но наносит урон все-таки и нам, и врагу. Как бы не очень хорошо. Так, бонг-чой появился у меня. До этого не было. Так, а вот это что такое? Рикошет зомби. Пружинистая фасоль. Остальное все у меня было. Так, что это за зомбариха? Так, при появлении на ландшафте заморозка растения. Оу, неплохо. Неплохо, ребята. Ну ладно, получаем. И начался у нас 33 сезон. Это хорошо, что начался он, да, ребята? Мы начинаем с вами с бронзовой лиги на 5-м месте. Ну и ты понимаешь, да, тут деревянная, бронзовая, серебряная, золотая, потом алмазная, так и высшая. Я видел, ребята, там находятся в высшей лиге, я представляю, какие они награды хапают. Это, наверное, жесть. Ну что, у нас с вами громкое событие, давайте просто хотя бы глянем, что у нас тут за задание. Помните, как вы начинали игру с двумя высоковольтными ягодами? Теперь пришло время соперника. Используйте стратегическую колоду замеха, танцевальный автомат, чтобы расправиться с ними, пока они не выросли. Ну давай рискнем. Я, ребят, правда не уверен, что с первой попытки может получиться. Обычно мне приходится по 3-4-5 попыток, потому что нужно разобраться, что, как и почем. Так, и что нам дают? Ага. Ну вот эту, наверное, карту поменяем. Да ядрить тебе на корень. Ну ладно. Хотя, в принципе, у нас есть с вами неплохой скилл, да? Мы можем его применить. Ну, против чеснока. Ладно, сделаем, короче, с тобой вот так. Может быть, зря. Может быть, я поспешил, но все-таки. Так, шикарно. Пропускаем с тобой ход. Получаем в лицо. Так, будем вызывать, наверное, с тобой вот эту зомбариху, скорее всего. Начало хода. Все танцующие зомби получают плюс 2. Да, но у нас нет танцующих зомби. Ага, плюс 1, да, получает. И еще усиливает свои растения. Вот засранец. То есть, соответственно, зомбариху мы с вами теряем. Это не есть хорошо. Так, что нам придется с тобой тогда здесь замутить? Так, зомби с 2 или меньше получает способность мишень. Ну, мы с тобой сделаем вот так. Пропустим ход, посмотрим, что он сейчас придумает. Гриб, да? Со способностью команда. Зачем он это все делает? Мне кажется, он хочет что-то сюда, ребята, применить. Так, мы можем сделать вот это вот. Растение получает минус 1. То есть мы можем с тобой грибы вообще оставить без атаки. А можем здесь... А можем здесь с тобой... Блин, не получится, да, никак у нас уничтожить.
Плюс 2 к здоровью. Это все зомби у нас получает. Все зомби получает. У нас всего 2 энергии. Блин, как сделать-то лучше? Уничтожим с тобой чеснок. Этот же будет расти, так же как и вот этот. У него каждый ход, ага, плюс 2 к атаке идет. Значит, нам выгоднее с тобой сделать, наверное. Блин, хоть ты тресни. Я не знаю, что нам тут выгоднее и как лучше сделать. Наверное, я вот так вот сделаю. Плюс ко всему. Блин, или лучше нам уничтожить чеснок. Короче, я вот так, ребята, делаю. Может быть глупо. Этот час еще усилится. Карта у нас маловато. Так, 4-3. При использовании зомби. А у меня зомби, как ты понимаешь, нету. Я могу только лишь позволить себе вот так вот. Могу, конечно, его усилить. Опять он выставляет чеснок сюда. Есть ли смысл нам с вами зомби этого усилять нашего? Наверное, не буду пока делать. Да, ребят, получаю урон. Получаю урон в лицо. Так, зомби с броней. Блин, а этот все прокачивается. Все ваши карты наносят двойной урон. Слушай, ну неплохо, в принципе, да? А растения не могут выполнять бонусные атаки. Ха-ха. Но он его, наверное, уничтожит. Наверное, уничтожит. Попробуем, посмотрим, что, ребята. Ага. Тогда вот так вот, конечно же, мы с тобой сделаем. Уничтожим вот этого. Чеснок, наверное, нас, конечно, добьет здесь. Нет, не вышло у чеснока ничего подобного, ребят. Единственное, что у нас с тобой одна карта. Так, двойной урон. Давай сюда вот поставим его. И посмотрим, что он будет против нас. Опа. Зачем он это сделал? Он собирается высаживать сюда грибы свои. Так. Двойная атака должна быть. Почему-то я не увидел никакой двойной атаки, если честно. Так, проскок получает зомби у нас на вот этой штуке. Поэтому давай вот так вот сделаем. 2 раза будет он бомбить. Все, ребят. Ну, выполнили мы с собой это задание. Довольно милое, прикольное. Возможно, мне повезло с начальной рукой. Возможно, не повезло бабаху. Но мы все-таки с вами справились здесь. А теперь идем на основную сюжеточку. Ребят, будем продолжать опять играть за зомби, потому что за растения я не могу. Я не могу победить эту бессмертию. Ух, ты там тресни. Не получается. Ну, а мы с вами на Луне, и у нас лунное безумие, 28-я миссия. Или 28-я локация, называй как хочешь. Будем играть, наверное, пока за Разгрома. Начнем именно с него. Потому что у меня фавориты по колодам — это Разгром. Блин, кстати, я забыл же поменять колоду. У нас появились же новые зомби. Немножко сглупил. Ладно, думаю, что это не критично. Тем более на ранней стадии. Так, ход зомби у меня. Единственное, что я могу поставить. Ага. Вот что он делает, да? Ну, тогда мы с тобой поставим ландшафт. Надеюсь, он не перекроет его. Так, что дальше мы с тобой делаем? Дальше мы можем с тобой, ну, призвать, например, вот этого зомби. Так, он ставит стенорех, вытягивает, естественно, себе карту. А мы наносим только лишь 2 урона ореху. Плюс в лицо единичку получаем. Так, ага, амфибия. Вот это уже хорошо, ребят, это уже хорошо. Я надеюсь, он его не уничтожит. Не хотелось бы на самом деле. Нет. И это классно. Получает орех 2 урона. Этого уничтожаем. Ну и теперь надо нам с тобой прокачиваться. Так. Вызываем спортсмена. Вытягиваем. Оу, Гаргантюа. Сколько там? 5 энергии, да? 5 энергии. Мы можем, кстати, с тобой поставить безумие. Если он сейчас что-нибудь влепит.
Безумие на этого зомби, уничтожим орех, и два в лицо можем прописать цитрону. Так, что-то мне не нравится его колода, вот это вот. Электрокамыш, хотел опять сказать, электростебелек. То есть он уничтожит мне, да, моего зомби, вот этого вот. Ладно. Ничего не попишешь, как говорится. Надо с этим электрокамышом разобраться на самом деле. Желательно побыстрее. Сделаем с тобой так и вот так. Надеюсь, нет у него уничтожить надгробие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плохо, ребята, как плохо. Так, который получит минус 2 растения. Нам нужно добить вон того. Хотя мы его не добьем, ребята. Мы двоих потеряем зомби с вами. И от этого толку будет мало. Угу. От этого будет... Хотя спортсмен у меня выжил. Так, что дальше? Мы можем с тобой призвать Гаргантюа. Можем позвать хиллера. Но я думаю, что лучше Гаргантюа сюда поставить. Но... Какие у тебя, Цитрон, планы на дальнейшие? Раскрой карты, пожалуйста. Карт у него в руке хватает. Есть над чем подумать. Я надеюсь, у него нету ульт... Да ё-моё, он еще и карты тянет, а? Вот жулик. Так, перемещает растения. А кого нам переместить? Блин, кого нам переместить-то, ё-моё? Сюда, я так понимаю, да? Он хочет его переместить. А, вот так вот. Давай назад его. Вот так. И я, кстати, могу еще поставить безумие на себе. Безумие. Давай сделаем. Поехали, ребят. Так. На, еще в лицо сейчас пятерочку. Баба. Минус орех. Минус эта фасолька. Вот, вот это шикарная карта, ребят. Вот это шикарная карта. Мы ее ставим. Она дает неуязвимость нашим зомбарям. Естественно, он это знает, я больше чем уверен. Поэтому он обдумывает стратегию. Может быть, даже уничтожит надгробие. Я не исключаю. Опа, ну в принципе, это ерунда, ребят. То, что он съел у меня энергию, все, это фигня. Ага. Ну и ты сам прекрасно понимаешь, что сейчас будет. Поехали. Уничтожаем этот орех. 5 в лицо. Этого, конечно, добить не смогли, но и он тоже нам урона не нанес. Ага. Так, призрак, ребята. Призрак. Значит, что мы с тобой делаем? Уничтожаем вот этого шитика. И пропускаем ход. Что-то как-то цитрончик здесь слабоват. Да-да-да-да-да, конечно, иди сюда. Получаешь. Так, еще одного вызвал. Тоже его сюда, пожалуйста. Так, мы можем с тобой что сделать? У нас минус 2, минус 2. Минус 2, минус 2. Этого вообще оставить без атаки, да, получается? Поехали. Уничтожили. Так, этот нас пробить, по идее, не должен. У нас защита. О, что там? Еще и неуязвимость. И на кого потратил-то, господи? Пробьет или нет? Пробил все-таки. Все-таки этот пробил нас. Ну что, давай поставим с тобой, наверное, сюда медика. Подлечимся лично. Ну и посмотрим. Сейчас какую-нибудь легендарную карту достанет, и все мои тут идеи полетят в пух и прах. Сейчас будут выставлять, и эти будут атаковать. А, нет, ребят, все. Все. Его песенка спета. Сейчас выстрелит. И ему крышка. Ну, первый бой, сами понимаете, довольно легкий, простой. Но мы будем готовы, что против нас будет босс Цитрон в конце. Так, а мы переходим с вами на следующий этапчик. И у нас кто тут будет? Тоже хочется посмотреть, ребят. Блин, опять забыл карты. Блин, травяной кулак, опять этот псих. Опять этот псих гневный.
Так, призрак это хорошо, это хорошо. Короче, я оставляю все как есть у нас. Это более чем достаточно, хорошая рука. Давай посмотрим, что он будет выставлять. Он вытягивает две карты. Пошел добор, короче, делать. Это жук. Ладно, пока никто никому ничего не делает. И мы с тобой призовем, наверное, вот эту вот зомбариху. Ну, опять же, если... О, хорошо. Получается, он останется без атаки. То есть у него 0-4 будет. Замечательно. Давай-ка. Прекрасный, прекрасный выбор, друзья мои. Так, мы можем, в принципе, что сделать? Позвать на помощь амфибию. Да, зомби с дельфином. Так, смотри-ка, смотри-ка, что он сделал, друзья мои. Сделал из него 3-5. Сделал из него 3-5. Мы можем, конечно, тут ему немножко навредить. Да не то, что немножко, а очень даже сильно. Это делается вот так вот. Он становится 2-2, плюс вызовем с тобой еще одного зомби в броне. Но у него с картами, конечно, все очень хорошо. Ты видишь прекрасно, да? Ага. Так, блин, мину поставил. Он поставил мину, друзья мои. Ну, конечно же, мы теряем с вами призрака. С этим кактусом нужно что-то решать. Давай-ка я поставлю вот так. Мы можем, конечно, раздавить этот кактус, если он его не прокачает. Так, лучше нам тогда уничтожить вот эту вот барышню. Нечего здесь делать. Вот так, поехали. Минус кактус, да, ну еще и в лицо надаем ему. Так, что он там? Двою же налево, блин, по две единицы урона. Но он только одному, да, пропишет. Остальное все прилетело нам. Так. Слушай, ну это неплохо, неплохо. Это если, друзья мои, будет орех. Если будет орех здесь, мы могли бы его поставить, и она съела бы его. Точнее, не она даже, а и там белки эти, которые вызывает. Угу. Ой-ой-ой, что тут навыставлял, посмотри. Так, наносит она 4 единицы урона, да? В конце. Нам здесь дают 1 плюс 1. То есть, как бы невыгодно. Лучше, наверное, нам вот так вот сделать. Причем под безумием. Да. Сделаем вот так с тобой. Погнали. Ну, пока зомби. Так, уничтожаем кактус. У нас остается с тобой одно хп, но мы еще в лицо. На тебе. Все, друзья мои, травяной кулак побежден. Ну что, мы опять переходим с вами к цитрону. Кстати, скоро мы с тобой можем получить электроягодку, если наберем еще 200 очков. Так, ну что, цитрон, что у тебя на этот раз в рукаве припасено против меня? Давай посмотрим. В конце, как всегда, будет каким-то... Ага, начинает он, да? Начинает вот с этого халабуды. А мне, как всегда, надавали... Так, призрак, это уже хорошо. Слушай, в принципе, неплохо. Рука довольно неплохая. Так, цитрон вернулся с бабоводом. Что-то мне уже не до смеха. Да мне, честно говоря, тоже как-то не очень до смеха. Давай вот так вот поставим, вытянем карту с тобой. Одну единицу урона мы ему нанесем. Дальше у нас призрак сможет его добить. О, отлично сделано. Оу. Вот это не отлично уже. Это не отлично. Так, секунду. Что-то он тут мудрит. Что-то он тут мудрит. Давай-ка вот так вот сделаем. Ну. Стенорех, блин, вытягивает. По-моему, нам пора его... А, у меня нету, ребята. Блин, у меня это... Заклинание недоступно пока. Так, сколько? 4 или меньше. Если он поставит еще фасолину одну, да? У нас с тобой что будет? У нас будут проблемы, если он вытащит еще одну фасолину. Рикошет зомби. Ха, ну тогда тебе тоже здесь кобздарики. Да. Уж разогнался, конечно. Пошел отсюда. Ну, ребят, как он, так и я.
Что я буду на него любоваться, что ли, тут? Угу. Я, наверное, призову сюда Йети. Так, вытягиваем карту с томами. Оу. Летучие мыши. Да чтоб тебя, а. Ты посмотри, опять две карты тянет. Так, надо с ним опять разобраться. Как мы будем с тобой это делать? Можем, в принципе, применить заклинание. Ага. 5 энергии у нас с тобой, да? Мы можем сделать как? Сюда, например, поставить зомби. Плюс ко всему мы можем... Блин, нам, наверное, я лучше сохраню пока. Давай пропустим. Посмотрим, что он тут выставит. Я так и думал. Ага. Я так и думал, ребята, что-то он здесь замутит. Так, минус 2 мы можем с тобой сделать, да? Или вот так вот, это минус 1 к атаке. Минус 1 к атаке. Как быть? Давай так сделаю все-таки я. Так, что нам выпадает? Безумие. Безумие выставляем сюда. Так, добиваем. Еще. Так, слушай, мне не нравится вот здесь, что у нас творится наверху. Но этого нужно добивать. Нам этого нужно добивать. Придется сделать вот такой вот хитрый трюк. И поставим. Ну, вот так вот. Что он там дальше будет делать? Кого он выставлять будет? Рикошет зомби. Ага. Рикошет зомби. Нам с тобой ничего здесь не сделать. Мы получим с тобой опять же 2 в лицо сейчас. Блин, вот этот вот бесявый. Бесявый, бесявый, очень бесявый. Так, этого, предположим, добьем. Сделаем с тобой вот так, наверное. И медика. И медика. Медика, наверное, вот сюда. И хильнемся. Так, у него 7 энергии. Сейчас, я думаю, будет какая-то хитрая штука от него. Электро... Ой-ой-ой-ой-ой, что тут происходит, друзья мои? Это люто, уничтожает он мне этого зомби. Я могу усилить. Давай-ка вот так сделаем. Угу, минус. Так, этого тоже убираем отсюда. Неплохая карта мне выпала, кстати, здесь. Ох, вообще отлично, друзья мои. Так, смотри. Мы можем с тобой сделать... следующим образом. Я ставлю сюда. Убираем вот этого дурика отсюда. 4 энергии, да? Пропускай ход специально. Друзья мои, специально я это делаю. Сейчас будем уничтожать эти растения, которые будут выставлять. Блин, не получится уничтожить растение, потому что он сожрал у меня всю энергию. Друзья, меня обманул, а. Вот партизан. Так, конечно же, будем хиляться. У нас, кстати, больше нету защиты. Только сейчас на это обратил внимание. И это меня не радует нисколечко. Ага. Значит, сделаем с тобой вот так. Призовем Йети. Карту, карту, карту тянем. Слушай, а что этот ландшафт делает? Зомби здесь обладают способностью охота. Когда зомби попадает на эту линию или покидает ее, он получает 1+1. Понял. Ну что ты будешь делать сейчас, а? У нас с ним карт... Нет, не на равных, у него меньше. Да чтоб тебя, ты достал уже поедать, а? Мою энергию. Хорошо, что я все потратил практически. И рикошет зомби. Ну, парень, ты за это ответишь. Так, атаку уменьшим. Давай вот ему уменьшим атаку.
Вот таким вот образом. Да, у нас уничтожается Йети, да? Ну, ребят, такова его судьба. У него три карты. Так, вот этот вот Ахламон нам здесь не нужен. Мы с тобой можем сделать... Давай-ка, наверное, понизим ему атаку и здоровье. Плюс, ко всему прочему, я поставлю сюда амфибию. И можно поставить, в принципе, зомби в броне. Не, я пока не буду ничего делать, ребят. Заклинаний очень много у нас с вами, надо тратить. Поэтому 4 энергии я сохраняю. Ну, этому однозначно крышка. Вот сюда, если он электрокамыш поставит. Ты смотри, что он творит, а? Иди сюда, мы его разбираем, друзья мои. А, нет. Почему я все время думаю, что у него становится минус здоровья и минус атака? Ты смотри, что творит, а? Смотри, что он тут навытворял, блин. Так, что мы с тобой получим? Одно в лицо. Ну, с картами-то у него вообще кисло все. Очень кисло. А будет чисто серия, где ты сражаешься с подписчиками. Да, хотелось бы, друзья мои, хотелось бы все это дело провернуть. Но вот когда? Вот когда это все дело провернуть? Вот в чем вопрос. Ну что, ставим сюда зомби. Так. Мы можем эволюцию сделать. И он становится у нас, сколько там? 4-5. Слушай, я думаю, нам не выгодно так делать. Нам лучше... Нам лучше, наверное, сделать вот так. Почему я не могу? Почему он... Вот. Убираем с собой вот этого гаврика отсюда. И ставим вот так. Ну? Что-то там придумал. 11 энергии, 2 карты у него в руках. Мне кажется, что ничего хорошего у него нету. Может быть, какие-нибудь заклинания, усиления. Орех. Ну, видишь, ничего нету. Орех, естественно, переходит на эту линию. Оу, рикошет. Он, с одной стороны, мне даже сделал небольшую услугу. В чем заключается, ребят? Потому что я могу сейчас просто уничтожить вот этого ханорика. Но лучше, мне кажется, уничтожить нам с тобой орех. Вот этот. Вот таким вот образом. Ну что, у тебя там одна карта, рикошет зомби. И все? И все, что у тебя было, это рикошет зомби. Да. Ну что, тебе не повезло, дружище, на этот раз. Уничтожаем. И вот сюда вот поставим вот так вот. Что, ребята, 3 в лицо ему заряжаем. Давай вот так вот поставим. И все, пока. Электрокамыш выставил. Без атаки электрокамыш остается. Да-да. Я даже ничего тратить не буду. Просто уничтожаем электрокамыш и 2 в лицо. Так, на следующем ходу у него сработает защита. Ставим сюда зомби. Пока больше ничего не будем делать. Все, ребят, по-моему, он сдулся. Все. У него... А, он неуязвимость еще может, ребят, на себя повесить. Но он ничего не делает, поэтому мы его разобрали. Мы его разобрали, и очень хорошо. Так, сколько еще? 2 боя у нас впереди. Давай-ка глянем, кто нас поджидает здесь. Подожди, я не это хотел. Выполнить миссию, ёлка-палка. Ага, орешек в доспехах. Ну, орех-то да. Они все тут, ребята, герои эти. Вредители. Так, меняем. Блин, ну что такое-то? Ну что такое? Ну, ё-моё. Да, с картой в руке не повезло мне. Странно, он тоже пропустил ход? Так, мне достается валун. Я пропускаю, ребят, здесь ход.
Да хорош, что ты там делаешь? Что ты там копишь-то? Вот жук. Ладно, я начну тогда вот так. Что ты придумаешь на этот раз? Угу. Жалко, ребята, что в холостую потратили, потому что мы не можем ему, как говорится, понизить. Но мы можем его... А, нет, уже не можем. Уже не можем. Хотел сказать, мы его сейчас можем раздавить. Ага. Единственное, что я могу сделать, это... Вот так вот. Все. Готов, партизан. Оу, крокодил, крокодил. Блин, а что мне делать с крокодилом? Не, ну я могу поставить амфибию вот эту вот. Я, наверное, сделаю, знаешь, как? Вот так вот. Будет он уничтожать мне привидение? Если нет, крокодильчику кранты. Так, хиллера поставил сюда и... Неуязвимость. На героя влепил. Угу. Так, нечего тебе здесь делать. Никакого хила ты не получишь. Поехали, друзья. Ага, неуязвимость у него. Так, крокодильчик погибает. Ну что, я думаю, надо выставить эту. Посмотрим, друзья мои. Конечно, он может сейчас его уничтожить. Он, скорее всего, так и сделает. Ох, ё-каламане. Ну ты посмотри, что он творит, а. У него уже легендарная карта есть, оказывается. У него, оказывается, есть легендарная карта. Бам, сразу двоих уничтожил. Вот говнюк, а. Что я могу сделать здесь? В данный момент. Ну что, 5-5-5. Это фигня, друзья мои. Это фигня полная. Блин, накажет же. Накажет, понимаешь? Ох, господи. Ладно. Выцепил где-то. Как только в бой вступают легендарные карты, все, сразу же начинается ты смотри, что творит, а. Ты смотри, что он тут вытворяет. Понятное дело, я тут проиграю. Да. Короче, я понял, друзья мои. У него, значит, есть легендарные карты. Это именно вот эти вот маленькие зубостизилы. Поэтому мы меняем с вами персонажа. Будем играть за супермозга. Но единственное, что нужно посмотреть, что у нас тут вообще происходит. Именно по картам есть заморозка. Так, а что-то новенькое у нас есть для него? Хм. Новенького у нас с тобой ничего, к сожалению, нету. Я могу взять усы. Ну, это для заморозки. Это для заморозки. Не знаю, друзья мои. Так, а этот что у нас делает, зомби? Зомби наносит бонусную атаку при появлении зомби, да? Хм. Как вариантик. Как вариантик. Так, у тебя что там? Он получает один, а вы плюс один. Так, при использовании усов. У нас усов с тобой нету, да? Но он стоит одну единицу всего лишь и 2-2. Короче, друзья мои, попробуем сыграть за него. Мне почему-то все равно кажется, что не получится у нас с вами выиграть, потому что легендарных карт нету. Ну, попытаемся. Попытаемся что-нибудь с вами тут провернуть. Первого хода, к сожалению, нету. Он, естественно, сейчас не будет ничего выставлять. Это уже знакомая ситуация. Так, на второй ход мы можем с тобой призвать вот этого зомби. Или вот этого. Давай, наверное, сделаем так. Вытянем карту. Угу. Да, никого не стал вызывать. Ладно. Так, на третий ход. Нет, давай-ка мы, наверное, вот так с тобой сделаем. Так, ну, у тебя 6 энергии нету, поэтому... Видишь, как он легко все это тратит. Уверенный гаденыш в себе. Просто уверенный. Давай, два в лицо мы с тобой получим, да, получается?
Так, этот у нас прокачивается. Ну, я, например, сделаю вот так. Кровожадность сюда влеплю. Опачки. А что, он сразу уничтожает? А, ну правильно, он, если зомби минус... Точнее, если зомби имеет две атаки всего, он уничтожает сразу его. Я вспомнил. Так. Стоит ли это делать? Нет, пока не будем, ребят, тратить. Посмотрим, что он будет делать. Ладно. Он думает, что отделался. Нет, ребят, не отделался. Мы уничтожаем его. Плюс ко всему прочему, мы можем заморозить. Или же мы можем вытянуть с вами карты. Либо переместить зомби. А можем сделать и то, и другое. Сделаем, наверное, так. И переместим зомбаря сюда. Погнали. Этому минус, этому минус. Окей. Так, 6 энергии, ребята. Сейчас будет у него, скорее всего, вот эти вот зубостизилы выходить. Давай посмотрим, прав я или не прав. Он сейчас поставит его сюда, спокойненько. Вот, 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 вот. Об этом я и говорю. То есть он этого зомби у меня уничтожает потихоньку, да? Так, что у него там еще выпало за карта? Не знаю, друзья. Бедный, бедный зомби. Как нам его теперь вот задержать здесь? Ну, вот так вот, предположим, я сделаю, да? А он поставит сюда следующую, скорее всего. Значит, мы вот так вот сделаем. Он сейчас опять будет выставлять, я больше уверен ее. Что-то задумался. Так, здесь с прочерком. Жалко, я не могу. Ах ты ж ушлепок, что делать? Ты посмотри. Еще и стенорех вытягивает. Точнее, ставит и вытягивает карту. Так, что это у нас? Превращает зомби в случайного зомби, который стоит на один дороже. Да, блин, это понятно. Я новое слово придумал. Кровожадина. Так, это хорошо, что ты придумал новое слово. Ну чё? Выбор у нас не особо великий, конечно, не особо большой. Давай сделаем так. В лицо. Уничтожаем в лицо. Так, у нас защита сорвала. О! Вот это хорошо, друзья мои. Вот это вовремя. Опачки. Что мы с вами получаем? Смотри. Это очень хорошо, ребят. Потому что, уничтожив вот этого зомби, мы можем получить рандомные зомби на его месте. А уже какой там получится? Может там маленькая выпасть, а может легендарная. Рандом абсолютный. Ага, кактус вызвал. Вот крокодильчик это плохо. Вот крокодильчик это плохо. Мы можем что сделать? Например, с тобой применить бонусную атаку. У него сработает защита, да? У него сработает защита. Блин, ладно, делаю бонусную атаку, ребят. Пускай лучше сработает защита, зато он получит 1, 5, 9 в лицо. 9 в лицо он получит. Так, нам надо будет как-то добить его. Втихаря, как это сделать? Добить втихаря. Ну ты понимаешь, да, вот этот крокодильчик, ребят, если он сейчас вот эти вот линии заставит, то крокодильчик нас просто завалит. Ему надо будет заставить все эти линии, чтобы мы не нанесли последнюю единицу урона. А крокодильчик нас добьет, потому что у меня нету никаких амфибий. А он уничтожает зомби на земле. Предположим, это первый его ход. Давай дальше смотреть. Так, перемещает крокодила. О, друзья мои, ну все. Подожди-ка, все. Подожди-ка, все. Превращает так. А ну-ка давай превратим. Да ты серьезно, что ли? Ё-моё, ну что тут?
Хотя ему одну единицу урона и нужно нанести, друзья мои. Все. Крышка ему. Ну, как видишь, я, наверное, мешаю, прости. Ну, немножко мешаешь, но, по крайней мере, ты не бросаешь мне вызов и не отвлекаешь. Так что все нормально. А так, ради бога, пишите все, ребята. Единственное, что я не могу вам сейчас ответить, вы можете посмотреть мои ответы вот именно в этом видосике. Ну что, ребята, у нас лунное безумие, последнее, как говорится, испытание, последний босс Цитрон. И мы с вами дрались против него именно за разгром, да? Я думаю, что разгром, наверное, нам здесь поможет. Попробуем. Сейчас, как всегда, будут определенные условия против нас. В пользу, естественно, растений. Ох, ё-моё. Так, значит, у нас есть, в принципе... О, отлично. Так, отлично, отлично. Я, пожалуй-ка, вот так и оставлю. Нету, конечно, первого хода, хотя вру, ребят, есть у нас с вами первый ход. Так, сразите Цитруна. Адмирал морской Боб и Бобовод тоже зачем-то появились. А еще у него две карты. Я знаю, ребята, почему у него всего две карты. А растение что, получает неуязвимость, да? Угу. Значит... Слушай, а мы можем уничтожить растение, если он даже под неуязвимостью или нет? По-моему, не сможем. Ха-ха-ха-ха-ха! Можем, оказывается. Так, мелкий, ты сейчас доплюешься здесь у меня. Ну что, поехали, теперь наше время веселиться. Так, орехи и ягоды. Слушай, а это распространяется на бобы? Или нет? Мина. Угу, не распространяется, да? Значит, на фасоль это не действует. Плохо. Я думал, что мы сможем его уничтожить. Так, ладно, этот плевун. О! Отлично, ребята. Что мы с вами делаем? Выставляем вот этого зомби, а этого уничтожим валуном. Только бы он его не... А что это он тут творит? А, вот так вот, ладно. Давай, уничтожаем. Так, у нас появляется в руке зомби 5-5, по-моему, или 4-4. 5-5, по-моему, вроде бы. Да. Окей. Окей. Так, дальше мы можем с тобой, например, хильнуться, или же можем сделать вот так. Ему не нравится амфибия тоже, поверь мне. Да чтоб тебя, а! Вызвал своего, блин, карапуза мелкого. На тебе! Вызвал он своего этого мелкого карапуза. Ну что, я предлагаю, наверное, сделать вот так. И хильнемся. Погнали. Он будет сейчас вот этого чудика защищать. Всеми правдами и неправдами. Угу, я понял. Он, короче, хочет, ребята, делать вот такую фишку, выставлять вот эти бобы. Этот будет прокачиваться. Ну-ну-ну, я так и понял. Я так и понял, что он именно это и затевает. Блин, это жестко. Так, хиляться я пока не буду. Ну, а с этим нужно что-то делать. С этим нужно что-то делать. У меня нет никакого заклинания, к сожалению. Так, давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Прикроемся, как говорится. Ну, он сейчас будет фасоли свои выставлять, да, этот будет прокачиваться, естественно. Друзья мои. Так, у нас безумие. Мы можем свое безумие куда применить? Блин, сюда только. Тогда не будем тратить. Ты смотри, что творит, а? Мину поставил. Он поставил мину. Давай вот так вот сделаем. Угу, угу. Жалко, конечно, вот этого зомби. Погибнет зазря, так сказать. Так. Своих плюшек тут. Ох ты. Друзья мои, в принципе, есть неплохой вариантик. Но я, наверное... Блин, как тут лучше сделать-то? 4 и 3, 7... 4 и 3. 4
4-3. Поехали. Все-таки я попробую. Да. Сейчас, ребятушки, сейчас все будет. Окей. Ну что, взгрустнулось тебе, парнишка, да? С одной картой остался такой довольный. У меня-то еще есть отхил, так что... А у тебя его нету. Вот единственное, что вот этот зомби мне не нравится. Мне очень раздражает. Так, ну что, выставляем, наверное, с тобой... вот так вот. И вот так. Ну... Ну и что ты выставил сюда эту свою пугало огородное? Так, вы знаете, да, что при фараоне наше здоровье не может опуститься ниже одной единицы здоровья. Так, а вот и удача, друзья мои. Вот и удача. Пошел отсюда. Ох, сейчас ему влетит. Правда, у него защита сработает. Да ладно. Сколько ты там этих гавриков нахапал-то, а? Так, этот, конечно, нас пробьет. Этот нас пробьет. Что мы с собой можем замутить? Мы только хильнуться можем с тобой, и все. Пока в данный момент. Ага, ага. Ну давай, давай сделаем так. Опять будет выставлять свои фасолины. Орех выставил. Естественно, будем хиляться. И поставим с тобой вот сюда безумие. Погнали. Так, срабатывает защита. Что там у него? Ага, неуязвимость влепил. Понятно. Ну. Ох, ёлки ты палки. Это, ребят, это нам повезло. По-другому не скажешь. Бабах! Ядрени фени всех. Ну, и кого он сейчас будет выставлять? Да ладно тебе, ну что-то, у меня энергии все равно нету. Все, тебе крышка. Цитрон, тебе крышечка. Отлично, друзья мои. Просто прекрасные были бои сегодня. Мне понравились, надеюсь, вам понравится тоже. Совсем маленечко не хватает, да? Совсем чуточку. Так, тень горхострела. Это у нас будет уже 29-я с вами территория, миссия, да? Где будет 5 заданий. Ну что, ребятушки, на этом, пожалуй, будем закругляться. Так, станьте нашим героем. Так, мне не хватает всего 10 гемов для того, чтобы купить себе 2 колодочки. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.